Очень классная пасхалка от производителя укрывочных пленок, который назвал ее Декстер. Всем, кто смотрел сериал, будет понятна шутка. Да, неплохо. Старт вольт. Полный бак G-Drive дизеля. Класс, будь первым. Дукалис, красавец Дукалис. Наш автомобиль гоночной поддержки. Но вчера и сегодня он у меня перевез 1,5 тонны плитки, ребят, на дачу. Потому что 3 палеты, короче, плитки мне там... Посчитали доставку, примерно 20 тысяч рублей. Я такой говорю, зачфига мне этих 20 тысяч? Я говорю, сейчас на Дукалисе приеду, заберу. Мы со Степычем приехали, забрали, загрузили. Документики, значит, специально это, местечко положили. И я просто как водитель, да, чуть-чуть пошагал, привез, разгрузил. Красота, такие пацанячьи радости. А завтра уже, нет, послезавтра, уже нет, послезавтра понедельник, поедет уже Дукалис пустой, но забирать топливо, ой, блин, какое топливо. А, тюнинг, там, 250 килограмм подвески, сухих картеров пришло. Так что занимаемся подготовкой во всех смыслах. Знаете, что это такое? Это кит подвески Vicefab версии 2 на GT86, который мы заказали для Дамира.